Дальше на Мусоране в Иркутске там стоит дядя, который машины. Уже тут очень много пожарных машин. Уже там, по-моему, хозяева приехали на марке на черном. Вот. Ну, короче, полыхает за вообще серьезность. Из-за дыма здания не видно. Вот горит там несколько этажей, уже крыша горит, короче. Ну, сами понимаете, что даже большой камень приехал сюда. Вот. Люди все в шоке.